Холода не страшны. Автоколонна номер 1786 полностью готова к зиме. Все 200 единиц транспорта осмотрены, заменены и отремонтированы необходимые детали. Основной этап в подготовке к морозам – тщательная проверка печек. Главное, чтобы пассажиры и техника не замерзли. Состояние автобусов оценила Елена Васильевская. Доброе утро, трамвайчик. Сегодня мы поедем с тобой работать. Почему он называет трамвайчик? Потому что это ласково. Такое прозвище водитель Виктор придумал 5 лет назад, когда впервые сел за руль этого автобуса. Чтобы общение с подопечным складывалось успешно, необходимо обращаться с ним ласково и нежно, как с любимой женщиной. В современных автобусах кабина полностью оборудована для удобства водителей. Здесь есть навигационная система, которая позволяет отслеживать местоположение водителя в данный момент. Система видеонаблюдения, система пожаротушения, а также бортовой компьютер, который является, пожалуй, одним из главных приспособлений. При малейшей неисправности он сразу сообщает об этом водителю. То, насколько хорошо и исправно будет работать автобус, в большей степени зависит именно от водителя. Он первый, кто должен обратить внимание на помехи, подозрительные постукивания или шумы. Уже потом за дело берутся механики. Предстоящий зимний период очень ответственный для всех служб. Подготовка к нему начинается еще в середине лета. Заморозки могут наступить в любой момент, поэтому нужно успеть привести в порядок 200 единиц техники. В среднем за день проходят диагностику 2 автобуса. От того, насколько слаженно подготовиться к морозам, будет зависеть успешная работа транспорта в холодное время года. Сезонное обслуживание проводим вместе с ТО-2 включительно. То есть здесь получается полная проверка автобуса в течение 2 дней. Бригада ТО-2 выполняет все свои работы по ходовой части, по исправности двигателя и исправности электрооборудования. Есть специалисты, которые проверяют именно предпусковые подогреватели. Все детали ремонтируются или заменяются по мере износа. Во время подготовки автобусы красят и снаружи, и внутри. Проверяют все резиновые соединения в дверях, чтобы зимой не было сквозняков. И самое главное, налаживают работу отопительных приборов. Уделяют внимание исправности систем, которые при эксплуатации зимой греют автобус. Немного осталось до холодов, и автобусы должны быть, системы автобуса, исправные. То есть дополнительные отопители, дополнительные устройства автономные, которые в автобусе имеются. Сейчас весь подвижной состав полностью проверен и готов встретить зиму. Однако и в холодное время года транспорт будет проверять ежедневно. Елена Васильевская, Олег Мелехов, служба новостей.